Всем огромный привет! Добро пожаловать на нашу кухню! И привет вам с канала Юрия и Лариса Иванова Лайв. Сегодня мы готовим курицу с кабачком и с рисом. Сразу вам и гарнир, и второе блюдо. А теперь быстренько приступаем к готовке. У меня два окорочка. Сейчас я их замариную. Так, окорочка крупные, поэтому я их разрежу на части. У меня окорочков примерно килограмм. Вот так вот чайная ложечка соли. Не полная. И любимые свои специи. У кого что есть. У меня вот смесь перцев. Я чайную ложечку. И сегодня я хочу добавить кориандр. Может, кто-то не любит кориандр, так не добавляйте. Вот тоже на кончике чайной ложки. И одну с горкой ложку майонезика. И добавляю чесночок. Как всегда, мне это надо все быстренько перемешать. И оставляю на некоторое время, пока я занимаюсь подготовкой других ингредиентов. Пока у меня курица отставлена в сторону, я взяла кабачок. Он у меня весит 800 грамм. Примерно нужно кружочки резать 1-1,5 сантиметра. Кружочки эти я разрежу на 4 части. Форму я смазала. Масло не пожалела, оливковым маслом смазала. Тут 2 ложки масла получилось. В общем, я первым слоем укладываю кабачки. Плотненько так друг к дружке. Вот присолить обязательно нужно. Я так чуть-чуть, щепоточку прям взяла. А вот смеси всяких перцев, это по желанию. Теперь сюда вторым слоем я насыпаю рис. Риса у меня здесь 200 грамм. Рис у меня пропаренный, сухой. Я постаралась равномерно все это распределить. И теперь я присолю рис тоже. Тоже по вкусу и по желанию, как вы любите. И теперь мне нужно сверху еще уложить ряд кабачка. Его присаливаю. И мне нужно это все сейчас. Да, еще я посыплю перчиком. Я люблю перчик. Мне нужно теперь залить водичкой. Мне нужно сюда, вот на 200 грамм риса получается, мне нужно 400 миллилитров воды. Вода у меня горячая. Так, все. И сверху кладу кусочки курицы. Так, вот эту вот форму мне нужно закрыть фольгой. Закрыть фольгой, чтобы она не прилипла к курочке. Мне нужно ее маслом сбрызнуть. Вот так. Или смазать, у кого нет такого маслица. И все, закрываем. И я это буду выпекать в духовке при 190 градусах. В общей сложности где-то 1:20, 1 час может быть. Сейчас вот это вот минут на 40 я ставлю в фольге в духовку. Я взяла зубочистку и вот так вот накалю в нескольких местах. Чтоб у меня пар выходил и крышка вот эта моя самодельная не очень высоко поднималась.
Ставим в духовку. Прошло 40 минут. Смотрите, я сняла крышку эту импровизированную из фольги. И у меня вот недоготовленная курица. Здесь у меня вот жидкость. Рис. Сейчас хотите, попробую. Ничего не попалось. Ой, ну вкусненько уже. И запашок. Рис почти готов. Ставлю в духовку, пусть все это теперь зажаривается. Прошло полчаса еще, плюс к 40 минутам. И вот у меня вот такая зажаренная курочка, как я хотела. И вот, пожалуйста, гарнир. Полезная курочка. Здравствуйте и всем. С кабачками, смотрите. Ну, теперь осталось нам покушать. Запах, конечно, обалденный уже. Вкусно пахнет. А мы сейчас будем кушать это все. Раскладываем по тарелочкам. Как все горячо. Вкусненько. Так, немножечко присыпем укропчиком. Тебе присыпать? Как всегда. Все супер. Кабачки придают такую сочность. Всем желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и всем пока-пока, до новых роликов. Пока-пока.